Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как собрать такой вот интересный конверс-кит для страйкбольного пистолета типа Glock. На время видео будем называть его Максом. Сразу хочу предупредить, что это своего рода плагиат, так как я вдохновился вот этой картинкой из сети. Я лишь немного адаптировал это изделие под страйкбольный пистолет и выпустил модель в массы. Автору спасибо за идею, а ссылка на архив, как обычно, в описании к видео. Изначально Макс был разработан для использования в его составе страйкбольных ГБВ пистолетов в формате 17-18 ГЛОКов. Но ничто нас не ограничивает в использовании цемоглока. Переходим к процессу сборки. Что и чем будем собирать? Много печатных деталей, щиток из фанеры, куча винтов и несколько пружин. Вот что нам потребуется. Приступаем к сборке. Начнем с так называемого кожуха ствола, деталь номер один. К ней прикручиваем дульник, деталь номер 2. Вроде ничего сложного, поехали дальше. В нижней части кожуха есть отверстие, в которое мы установим стопор для пистолета, деталь номер 3. Данная деталь необходима для фиксации пистолета в теле Макса. Итак, необходимо добиться свободного хода данного стопора в пазах отверстия, а также предустановить две маленькие пружины. Размер пружины 3 на 10 мм, чтобы при определенных условиях пистолет не заклинило в пазах. Закрываем данный механизм небольшой крышкой. Деталь номер 4. Фиксируем винтами ISO 7380 М3 на 8 мм. Центральную часть крышки вкручиваем какой-нибудь винт М3 на 10 мм. По желанию на кожух можно установить рельсу. Для этого предусмотрены посадочные отверстия под винты DIN 7991 М4 на 12 мм. Кожух готов. Переходим к детали сопряжения всех основных частей данного кита. Деталь номер 5. Устанавливаем ее в кожух. Неправильно поставить не получится, так как ответные части имеют своеобразную форму. Установили. Фиксируем все четырьмя винтами ISO 7380 М4 на 10 мм. Готово. Переходим к следующему этапу. Соберем корпус. К основной детали корпуса, деталь номер 6, установим тыльник, деталь номер 7. Фиксируем четырьмя винтами ISO 7380 М4 на 10 мм. Теперь в пазы во внутренней части корпуса установим рычаг затвора, деталь номер 8, и просунем его через отверстие в тыльнике. Да, кстати, в рычаг затвора предварительно установим пружину растяжения. Я использовал такую пружину, 4 на 70 мм. И зафиксируем винтом DIN 7991 M3 на 18 мм. Установили. Теперь со стороны тыльника на рычаг затвора установим ручку, деталь номер 9. Зафиксируем ее винтом ISO 7380 M4 на 18 мм. Сверху на корпус установим прицельные приспособления. Они собираются следующим образом. В рамку целика деталь номер 10. Установим планку, деталь номер 11. И зафиксируем винтами ISO 7380 M4 на 10 мм. На планку установим подвижный целик, деталь номер 12.
и зафиксируем винтом М3 на 5 мм. Теперь всю эту конструкцию прикрутим к корпусу при помощи 4 винтов ISO 7380 М3 на 5 мм. И вот теперь прикручиваем корпус к детали сопряжения. По бокам фиксируем 4 винтами ISO 7380 М4 на 10 мм. Сверху фиксируем одним винтом ISO 7380 М4 на 18 мм. А с внутренней стороны натягиваем на него пружину растяжения и поджимаем гайкой М4, желательно самоконтрящейся. В деталь сопряжения устанавливаем щиток, но это по желанию. Щиток изготовлен из фанеры 4 мм. Чертеж в формате DXF и CDR будут лежать в архиве. Также там найдете рисунок один к одному. Щиток фиксируется 3 болтами М6 на 16 мм и гайками. Основные работы завершены. Осталось выбрать, что поставить на тыльник. Если ставим имитацию пулеметной рукояти, деталь номер 16, то фиксируем ее 4 винтами ISO 7380 М4 на 10 мм. Если все же решились на складной приклад, то вместо имитации рукояти прикручиваем крепление приклада, деталь номер 13. Фиксируем 3 винтами DIN 7991 М4 на 10 мм. В крепление устанавливаем приклад, деталь номер 14. Фиксируем болтом М6 на 30 мм и контрим гайкой. К прикладу установим защелку, деталь номер 15, предварительно установив в паз приклада пружину, примерно с такими данными, 8 на 20 мм. Фиксируем 2 винтами ISO 7380 М4 на 10 мм. Все готово. Переходим к итогам. Итак, зачем я это сделал? Изначально ради шутки, а в процессе сборки и тестирования осознал, что этот карабин кит не так уж и плохо, особенно если вам разрешат играть со щитком. Основное неудобство, что он громоздкий. На этом, пожалуй, закончим. По возможности прошу поддержать канал материально для развития новых проектов. Следующим, скорее всего, будет RPG-7. Так что всем здоровья и хорошего настроения. До скорого. Что-то опять начал-то, блядь.